Ах, ребяточки, ну посмотрите, ну не красота ли? Только что из духовки, а ржаной. Красавец, ну и что, что он несовершенной формы? Никак не отважусь печь без пекарской бумаги. Надо как-нибудь, правда, решиться и попробовать. Ржаной, чисто ржаной, цельный, зерновой. Ой, еще не знаю, пахнет. Я добавила, открою тайну, молотого сухого чеснока. Тут запах стоит. Ну, когда-нибудь, да, все будет совершенно. Будут передаваться еще и запахи. Ну, корочка опять почему-то сверху у меня темная. Нет, она не настолько темная, как здесь показывается. В общем, вот очередной хлеб. Сама опять придумала какой-то метод. Кому интересно, расскажу, какой метод. Вот так он у меня от этого метода, наверное, потрескался.